В Магнитогорском цирке стартовала новая уникальная программа под названием «Джамбо». Самые головокружительные номера, опасные трюки и десятки экзотических артистов уже готовы удивлять горожан. Репортаж с премьерного представления далее. Яркие краски тропиков и загадки Дальнего Востока. Красота, умноженная на величие и мастерство. На Магнитогорской арене одна из самых ярких цирковых программ под названием «Джамбо». Привезли в ваш город очень много разножанровые номера цирковые и много африканских животных. У нас очень много интересных номеров в программе, и воздушные, и акробатические номера, которые внизу, и жонглеры, и акробаты, и на роликовых коньках, на батуте. Шоу «Джамбо» — это сплав музыки, веселья и сложнейших трюков, головокружительные сальто на батутах, акробатика на полотнах и уникальный номер «Американское колесо», в котором артист работает на высоте 12 метров без страховки. На высоте в этом шоу были и воздушные гимнасты с номером «Ромео и Джульетта». Под куполом цирка на струящихся полотнах развернулась настоящая история любви. Скажу по секрету, мы даже о трюках не думаем. Мы чисто живем просто на манеже. Мы показываем это так, как, наверное, мы бы это все прожили в жизни, правильно? Если мы будем, как говорится, работать или просто играть на сцене, то нам никто не поверит. Гвоздь цирковой программы, конечно, тропические животные. В шоу принимают участие 72 зооартиста, хохлатые дикобразы, забавные ламы, гордые короли пустыни, верблюды, собаки, змеи и крокодилы. Бегемотиха по имени Юлиана – настоящая звезда цирка. Она часть коллектива уже 15 лет, весит более 2,5 тонн и ежедневно съедает 100 килограммов еды. И на этом сюрпризы не закончились. Вот на арене единственный в России театр пародий в исполнении африканских шимпанзе. Человекоподобные артисты устроили настоящий спектакль, изображая самых известных артистов эстрады. Узнаете? И, конечно, на протяжении всего представления с детьми и их родителями работает яркий дуэт коверных. И впервые на арене между отделениями проводится розыгрыш призов от спонсоров и от Российской государственной цирковой компании. Все происходящее на сцене никого не оставило равнодушным. Нам очень понравилось все. Вот сама музыка, сами декорации, очень все ярко. Но эмоции положительные. Ребенок тоже доволен, хоть мы маленькие, но ему очень все понравилось. Молодцы. Все понравилось. Все очень красиво, ярко, красочно. Все приходите. Работать артисты цирка «Джамбо» в Магнитогорске будут по 1 декабря включительно. Представления проходят каждую субботу в 12:00 и каждое воскресенье в 16:00. Евгения Салпудинова, Георгий Бадаев, телекомпания ТВИН.